Короче, ребята, вы просто охренеете. Всем привет, с вами просто Миша. И буквально пару минут назад я записывал для вас серию Fallout Equestria Remains. В общем, у меня сначала была сцена с игрой, потом я переключился на себя, чтобы поздороваться, и принялся играть. Я играл минут 20 и забыл, что сцену я не переключил. В общем, потом я захожу в ОБС, офигеваю, такой, понятно, ё-моё. Слава богу, у меня осталось сохранение. Поэтому прямо сейчас мы продолжим играть. Че, начнем, скажем так. Ну. Вообще кошмар. Я буду заново перезаписывать. Так что, того, что произошло в тот раз, вы, к сожалению, не узнаете. Давайте загрузить. Вот. Видите? 12.14, это... А вот, 3 минуты назад я играл. Я захожу в слот 1. Слава богу, что у меня два слота сохранения. Один с автосохранением, одно, которое я сам делаю. На всякий случай. Значит, что я понял? Во-первых, нам нужно купить побольше всяких штук. Зачарованного бинта, лечебных зелий. Все. Принять сделку. Следующее. Нам нужно будет прокачать ремонт. Поэтому. Ну, потом медицину. Я находил информацию. Так, статус, навыки. Я, в общем, находил два шара памяти. Один я вкачал в ремонт, один в медицину. Поэтому. Собственно, мы идем на завод и валим туда. Боже, ну и кошмар, конечно. Я просто офигел, если честно. Нафига? Так, эти страдают у нас от энергомагического оружия. Вот, нет, только с подзарядкой. Вот, наверное, от этого. Бам, бам, бам. Бам, 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 бам. А нафига мне их мочить, если я могу их перепрыгнуть? Так, там у нас что-то непонятное. Ага. Понятно. Ага, понятно, ладно. До свидос. Так, а что по поводу вот этого? Нет, в этой стене ничего нету. Значит, берем нож. Обычный. Он тоже неплохо дамажит, но он зато целый. Я так понял, что в зависимости от целости оружия, оно еще и дамажит по-разному. Поэтому чем целее, тем лучше. Поэтому мне понадобится ремонт 1 для того, чтобы использовать ремонтный набор. Ну, прямо раки, рейдеры. Ну, конечно, да. Не надо было запускать тревогу. Вы меня и так не убили. Экс-патроны просто максимально ненужная штука. Мне ее надо продавать, наверное, потому что я не пользуюсь патронами. Так. Не, ну я, конечно... Не, я не шучу, я реально записывал серию, а потом оказалось, что я ее ну, записал просто, где у меня вебка на весь экран была. Я такой, ёкарный бабай. Ну ладно. Не беда. Справимся. Так, вон там какая-то штука. Кучей непонятно кого. Я предполагаю, что там. Да, там рейдеры. Так, даем. На! Эффект неожиданности. Отлично сыграли. Деревянная дверь. Что у нас здесь? А, турелька. Турельки нет. До свидания, турелька. А, я не заметил эту штуку.
Это для рейдеров, наверное. А, вот требуется на скрытность 1. Ясно. Ну, на скрытность мне пофиг, я с ближнебойным оружием. Ой. Ой. Крита ничего нету. Опа, здесь у нас есть напитки. На. Nice. Я еще победил, кстати, наконец-то муравьиные туннели. К сожалению, этого не увидели, поэтому фактически я их еще не победил все еще. Так, шар памяти, снаряжение. Да, вот он. Навыки, ремонт 1. Это нам сильно понадобится. Тысячи, ладно. Здорово, рейдер. До свидос. Так, о, сохранялка, плюс опыт, плюс много опыта, вау. Так, ага. Муравьишки. И опыт тут, ага. Что это такое? Что это за место? О, черт! Так. Так. А! Я не заметил. Точнее, я не понял, что это тоже заряженная ловушка. А вот и нажимная пластина, кстати, да. Так. Можно вниз спуститься. О, Жар Феникс. Жар Феникс, повернув голову, смотрит на вас одним глазом. Знаешь, ты самое красивое существо, которое мне доводилось встречать в жизни. Жар Феникс выглядит очень довольным. Он взъерошивает перья на голове и поворачивается к вам сначала одним боком, затем другим. Ты понимаешь меня? Жар Феникс кивает, издав при этом звук, по-видимому, означающий утверждение. Потом расправляет крылья и издает серию новых мелодичных звуков. Это так странно, я как будто тоже понимаю тебя. Ты говоришь, что хочешь сопровождать меня? Жар Феникс снова кивает, после чего взлетает, готовясь следовать за вами. Ура, у меня стимулирует. Ну, может быть опасно, но если ты правда хочешь путешествовать вместе, то я совсем не против твоей компании. Жар Феникс парит рядом, вы чувствуете исходящее от него тепло. Теперь вам уже не так одиноко. Жар Феникс становится вашим спутником, он будет следовать за вами, помогая в бою. Жар Феникс обладает огненным дыханием, прожигающим броню, он будет атаковать тех врагов, которых увидит, и против которых его оружие будет эффективным. Если он погибнет в бою, то самостоятельно возродится через некоторое время с неполным здоровьем. Радиоактивная печень восстанавливает здоровье, можно принимать из инвентаря, как любой другой предмет. Также он будет восстанавливаться каждый раз, когда вы будете получать дозу радиации. Чтобы призвать или отозвать Феникса, пользуйтесь свисток из вашего инвентаря, используйте клавишу управления спутником U, чтобы давать ему команды. Однократное нажатие дает команду двигаться в указанную точку или атаковать указанного врага. Жание клавиши некоторое время даст команду вернуться к вам. Лично. Дяуа. Давай, атакуй! Атакуй! Дружище! Слабаки. Слабательная бимба. Так. Где-то нитр. Так, коробочка. Найс. Бам. Ладно. Неплохо, неплохо. Вы еще уровень прокачать, и тогда вообще все было бы чики-пуки. Заперто. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне теперь жар Фениксом, ничего не страшно. Я его, кстати, когда записывал до этого, и у меня ничего не получилось. У меня его не было. Интересно. Я его не находил. Ну ладно, почему нет? Блин. Ну давайте так.
Нет, они убили моего Феникса. А, пофиг, ладно. А, бобик. А, ладно, нормально. Нормально. Так. Тут какая-то подозрительность. А, да, тут же Министерство крутости отметилось. Своими фейковыми стенами. Ни хрена себе. Это что, бункер какой-то? Почему здесь гуль? Что он тут делает? А, у меня еще минус нож. Понятно. Тогда я возьму что-нибудь другое. Я нашел вот копье. Под названием Укус гадюки. Оно очень сильное. Это какая-то легендарная ружка, которая прям дамажит неистово. Правда, она очень медленная. Я его использовал для попытки записать серию. Опа. Ой, упс. Ой, неловко вышло, прошу прощения. Так, найс. Так. Что у нас здесь? Ну, ломайся. Уровень туннеля. Все, наконец-то я отыграюсь. Давай, Жара Феникс. Покажи мне свою мощь. Тебя тут нету, Жара Феникс, предатель. Во, видите, как дамажит? Прям нереально. Оно еще и эти уничтожает. Улья. Или как их там? Как эти штуки называются там? Бам. Ну. Она отравляет. Точнее, она копье отравляет. Так. На попу укусил. Ну блин, нужно нормальное оружие. Дробка. Дайте тесак. Так, и туда я, пожалуй, что-нибудь кину. А, ну или укус гадюки использую, но... Да. Плюс уровень, способности, нет, навыки. Медицины я на один прокачаю, потому что, на всякий случай, там вроде были какие-то штуки, которые можно было только с единицы использовать. Что по поводу остального, я теперь буду качать себе торговлю. Для того, чтобы были дешевле цены. Вот, это мне пригодится. Потому что торговля это единственное, что позволяет здесь снизить цены. Я буду использовать ее. Почему нет? Способности. Двойной прыжок. Столкнулся. У меня и так есть двойной прыжок. Спасибо. А, я его и так. Он у меня и так есть. Так, бережное обращение. Сюда чистите и смотрите свое оружие. Занято. Что? А? Я снимаю. Чего? Ну еще минут 15, а что? А что? Что? А, ну потом. Угу. Так. Чего я хотел выбрать? Нет, выбрать, вот. У них действия нет нафиг. Здесь след раз в 2 и 5 раз быстрее, ого. Ваши удары голыми копытами мне не надо, если честно. Вот. По поводу... Так. Мастер ближнего боя. Скорость атаки любым оружием ближнего боя. Любым. Так.
Давайте я возьму вот это. Отбрасывание плюс 25. Было ваше оружие. Получает шанс при ударе оглушить противника. Я думаю, это понадобится, а потом я буду брать мастера ближнего боя. Думаю, это мне понадобится. Все. Найс. А, да черт, вы рофлите. Дурацкое копье. Оно в прошлый раз так хорошо работало, а сейчас вообще нифига. Так, давайте я возьму тесак. Так. Снаряжение, лечебное зелье. Вот все. Муравьишки дурацкие. Сусамба. Да. На, иди отсюда нахрен. Дебил, блин. Так, давайте. Пусть гадюки, и сейчас я буду мстить. Бам-бам. По максимуму отомщу. Да блин, а, черт, да какого хрена? Она еще сломана. А, все, минус. Отлично. Ну, чинить я его, к счастью, не буду. Зато у меня есть... Знаете, что у меня есть? У меня есть ремонтный наборчик. Значит, него я починю свой жертвенный ножик. Бам. Бам, 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 бам. А. Так, сюда вам, сюда я закину вам самодельную гранату. Идите нафиг. Бам. Да хватит меня кусать. Найс. Супер. Так. Так. Опыт вообще бешено приходит. Так, вот теперь я должен взять зажигательные коктейли свои. Горите, горите. Найс. Испытание муравьиной туннели пройдено. Супер, супер. Все, наконец-то. Не, конечно, зайду вон туда еще. Вон туда. Хотя этого не видно, куда именно. Короче, вот шкафчик золотая, я хочу посмотреть что-то. А здесь у нас мини-секретка. Топчик. Найс. Вон там еще что-то. А, блин. Других муравьев я особо убивать не хочу сейчас. Пусть сидят себе там. Зато я прошел испытание, это главное. Что у меня будет здесь, я сейчас посмотрю. Может, тоже схалочка какая-нибудь будет. Так. Так. До свидос. До свидос. Сундучок. Найс. Изи. В прошлый раз я, по-моему, как-то глупо умер, а сейчас... Так, вы что, серьезно? Такая награда. Ясно, ясно, до свидос. Ну ладно, ладно, 100 награды в виде опыта довольно крупная. То есть я считаю, это того стоило. Плюс я выбрался на поверхностную часть, потому что я долго ломал этот кубик. И потом вошел в дверку. И это помогло мне все-таки да. Так, давай этот... Жар Феникс, блин. Атакуй. Да, все, минус слизни сейчас просто будут.
Я-то их не могу сжигать, а тут наконец-то появился кто-то, кто с ними будет разбираться. Топчик. Ужасная слизь. Найс. Тут у нас ни хрена интересно. Ага, тут что-то есть. Что-то есть. Сюда я, наверное, приду, только немножко другим способом. Так. Птичка. А, легендарный гуль. О, вентилятор. О, телекинез для чайника. О, чё это такое? Так. Нектар, лечебное зелье. В помощь. Минус жар Феникс. В болевоте не умер, похоже. Телекинез для чайника. Так, давайте оружие. Самодельную гранату в него кинем. Да. Это не то, чего я ожидал. Да вы рофлите. Вот так. Нормально. Отлично. Палец ему в лицо запилить. Да. Отлично. Просто укокошил. Так, плюс жар Феникс. О, торгаш, привет. Чё продаешь? Огнемет? Нафиг надо? Нафиг. Вообще не надо. Вообще. Продать я ему много чего могу. В принципе. Нет, довоенные деньги нафиг не нужны. А, крышку торговца 77. Торговца недостаточно крышек. Я слишком богат для этого мира. Зубренный нож. Тяжелое оружие оно тут вообще тащит. Бам. Я, по-моему, впервые здесь торговцы вижу. Вроде как. О, нет, меня услышали. Как же так? Нет. Сдохло. Упс. Я не ожидал. Ладно. Сегодняшняя вторая попытка, она немного получше. А, черт. Она немножко получше, чем моя предыдущая. Почти ладно. Отлично. Надо будет, правда, торговлю прокачать до максимума. Так. Ты чё? Там крыса звездочками пуляется. Вот это легендарка. Просто тараканы разносятся по максимуму. Бам. Верстак. Я могу что-то скрафтить? Самодельный меч. Серьезно? Мне его не дает улучшить. Могу улучшить, могу отремонтировать. Серьезно? Фрагменты оружия какие-то, ё-моё. Полезно. Выход с уровня. Найс. Опа. Второй уровень. Наконец-то. Поздравляем, вы преодолели первый уровень завода. Чтобы перейти на второй уровень, пройдите в дверь справа. На каждом следующем уровне вас ждут новые испытания, новые враги, новые награды. Также вы можете использовать терминал МТН, чтобы телепортироваться в базовый лагерь для лечения и пополнения припасов. Так, посмотрим. Похоже на общий план завода. Сейчас я на первом уровне. Глубже располагается второй, третий и еще много других. Майнфрейм, который мне нужен, находится в отделе особых исследований. Входа в него есть на третьем уровне и глубже. Нужно идти вниз. Да, и чтобы войти туда, мне понадобится ключ службы безопасности. Да уж, этот завод действительно огромный. Если мне захочется, я могу исследовать его бесконечно. Так он еще и обновляется всегда. И, по-моему, генерируется случайно.
Отлично. Отлично. Здорово. Пока. Здорово. Пока. Ух, ё. Ух, ё. Так. Я не хочу торопиться переходить между уровнями, потому что тогда будет мега невозможно проходить. А тут я хотя бы потихоньку гриндюсь. Умеренно. Бам. Так что я нехило так прокачался. Мне бы торговлю на максимум прокачать, и я тогда смогу безбоязненно... Так. Тогда я смогу безбоязненно ходить и на другие этажи, потому что я буду знать, что могу купить что-то за бесценок. Ну или хотя бы гораздо дешевле, чем оно того предполагает по геймплею. Найс, найс, инвентарь, эликсир, супер, плюс хп. Так. Шкафом здесь у нас. Бам-бам. Зачем мне сильная ткань? Я лучше в мусорке полазю. Опа, 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 мне бы вот штуки. Ну, то есть фигурины, которые мне нужны изначально. Так, давай. Ломайся. Да они не ломаются. Мне кажется, они не ломаются, эти стены. Оружие, динамит. Давай. Нет, эта стена, скорее всего, ломается. Но не факт. А, нет, ее можно сломать. Давайте. Давайте сломаем. Я хочу просто посмотреть, что там есть. Ох, ё, рейдер, здорово. Мой есть для тебя палец. На. Плюс топор. А, я мог сюда войти. Нафиг я истратил динамит? Нафиг. Я мог пройти с другой стороны. Я не знал об этом месте. Ладно, плевать. Такс. Дальше нам сюда. Вообще прикольно, мне нравится эта игра. Вот главное ее умеренно проходить, чтобы было не так хардкорно. Вот, чем больше гринтишься на одном уровне, тем легче будет на другом. Потому что если ты сразу попробуешь заспидранить уровень, этого нормально не получится. Потому что будет определенная проблема, знаете, скажем так, с тем, что постоянно будут мочить все подряд. Почему он звездочки из себя из... Это... отдает, разносит звездочки. Так, отлично. Правда, зачем мне это все? О! О! А, ну это ладно. Что это за входы и выходы? Блин, давно у меня радиации не было. Эй, потом вылечу. Скотчная граната, да ё-моё, даже его труп раздает. Чё это? Кабинет директора завода. Хочу. Хочу. Давай. Блин, страшно.
Нереально, нереально. Давайте активируем сигнализацию, чего бы нет. Я, в принципе, готов. Найс. О, черт! Нихера себе. Че это было? Блин. Вспомнить бы, я еще куда шел. Сначала сюда. Ага, потом туда. Я, в принципе, смогу с ними справиться, если я сейчас буду понимать, в чем дело. А я уже понимаю, в чем дело. Так. Так, найс. Найс. Так. Снаряжение. Давайте лечебное зелье. Используем, завязаем, как говорится. Так, дверь я просто закрою. Так, это была плохая идея. Чем больше лечебных зелий я использую, тем лучше будет. Найс. Все, отключаетесь. Отлично. Окей, уже лучше. Так, две турели скрылись, остались еще. Есть смысл попробовать их завалить. Давайте я посмотрю, какой есть урон у меня тут. Урон 70, 85 у дробовика. Патриот какой-то. Двойной урон в секунду хороший. Поджигалка. Попка с подзарядкой, у нее плохой урон. Плазменный пистолет хороший. Давайте что ли попробуем пистолет использовать. Нет, не патриот, а пистолет. Вот. Как там? Я не помню, на какую кнопку вытаскивать оружие. Так, меню, управление. Там как-то можно оружие вытаскивать неплохо так. Предмет. Основа, функция уронения. Защитное заклинание. А, вот, на В. Правда, не совсем работает. А, все, они просто скрылись. Вообще пофиг, ладно. Так, окей. Теперь я могу использовать электронную отмычку. А, еще раз мне нужно использовать сигнализацию здесь. Давайте. А, все, они уже не будут работать. Все, использовать руну. Найс. Ноу! Чего это такое? А что это такое? У меня усиленный комбинезон просто в хлам. Зато плюс эликсиры. Плюс книжка. Еще какие-то крафты непонятные. Могу это взломать? Ладно, я думаю, что это отличный момент для того, чтобы сохраниться. Сохранить вот этот слот, потому что... Да, сохранить вот этот слот. Мы с вами отлично поиграли, я очень доволен. Всем спасибо за просмотр.
В общем-то, с вами был просто Миша. Мы с вами увидимся на следующих видео и на следующих стримах. Хук или Ник, ты лучший. Заходите на мой сайт, чтобы узнать, как школьник узнал про секреты Ютуба. Заходите в мой чат в Телеграме. Заходите в мой канал на Телеграме или в Телеграме, да. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, в какие игры вы бы хотели, чтобы я поиграл. Все. С вами был просто Миша, как я говорил. Всем пока. Отлично, прекрасно поиграли.